В межмуниципальном отделе МВД России Юргинский поступила информация о том, что в одной из торговых точек города реализуется товар сомнительного качества. В ходе проверки она подтвердилась. В магазине «Сити Стайл», расположен в торговом центре «Спутник», была организована неизвестными лицами продажа спортивной одежды, маркированной «Адидас», значит, с признаками контрафактности. В результате проведенной проверки данная продукция была изъята и направлена на исследование для определения признаков ее контрафактности. В отделе было изъято 22 наименования одежды, маркированные товарным знаком «Адидас». Всего около 100 предметов – шорт, брюк, курток. В зависимости от результатов экспертизы, которая будет проводиться московскими специалистами, предпринимателю будет вынесено наказание согласно административному либо уголовному кодексу.